Всем привет, сегодня 4 аж января. У нас куча снега, да, Лайзер? Куча снега у нас, да, куча. Приехали на дачку. Вот такой шматочек грудиночки хорошенький. Сейчас будем его... Что с ним делать? Пойдем его забацаем. Сугробы. Сегодня чистил, короче, целый день чистил. Потом целый день разжигал костер. И в итоге я его разжег. Вот. Банька топится немножко. Я сейчас весь в дыму буду. О, хорошечно. Так, сейчас нам надо... Блин, а где этот треугольник-то у меня? Куда я его дел? Не знаешь? Кого? Крест. Может, тут лежал. Странно. Так, посмотрим, что у нас там внутри. Там горит огонек. Надо, короче, крест найти. Зачем ты раскрыл? Все. Блин, как такое может быть-то? Куда его дел-то? Не подготовился. Сейчас нас его притащил. Он его сюда засел. Вот же он. Не вижу. Вот он лежит, крест. А, да. Почему крест? Ну а кто это? Арматурина. Арматурина. Так, стой, погоди. Надо сначала поднять его. Поднимай крест. Ай-яй-яй. Ты в своем ли ты у меня-то, блядь? Аккуратно. Давай, ставь. Ну, поставь. Все. Все, отлично. Все, отлично, мы поставили его. А, и что теперь нам надо? Закрыть. Чтобы... Нам все надо закрыть. И прийти через 2 часа. Где-то. Да? Мы это все дело закрываем. И ждем 2 часа. Это буквально сейчас будет. Совсем чуть-чуть. Потопочек надо, интересно, прикрывать? Вот этот. Кто знает, надо потопочек прикрывать. Знатно будет. Думаешь, знатно будет? Да. Ну, тепленький, кстати. Каминчик тепленький. Не сильно, конечно. Но тепленький. Так. Ну все, собственно, надо ждать. Сугробы вот по пояс. Рука моя. Не, о, какая домогашка. Я думаю, потопку можешь прикрыть. А с другой стороны, не надо, чтобы хотя бы горел чуть-чуть. Ой, знатный дым, знатный. Ну что, все, едем дальше. Едем домой и через 2 часа назад. Вот никто на тарзаночке не катается в зиму. Сколько? Стеклянно не сломается. Сколько? На стол выпало. Бог. Грибочек такой получился. Все, через час приедем, через 3. Короче, хотел рассказать, что было с утра. С утра я сюда приехал, у меня в тандыре были сухие дрова. Я их туда насовал, думаю, сейчас приеду, возьму газовую горелочку, все подожгу, у меня будет гореть. В общем, приехал, открыл его крышку, снял с него. Все дрова там на месте, топор, ну, чтобы в сугробах их не искать. Вот, поджег горелкой. Вверху, думаю, сейчас разойдется огонь, и вниз туда пойдет, и все разгорится. Приезжаю через 2 часа, думаю, надо мясо ставить. Приезжаю, а там ничего, все потухло, как уехал я, так и осталось. Думаю, блин, нет, надо что-то тактику менять. Короче, все вытащил из этого тандыра. Сделал маленький на дне костерочек. Опять же, горелочка разжег, подождал маленько полчасика. И потом, ну, как обычно, пионерский костер, правда, в тандыре такой, домиком построил. И вот сейчас через 2 часа приехал. Считай, полный тандыр дров был, он весь прогорел, получается. И сейчас, время 6 часов вечера, темень такая. Ну вот, наверное, часов 8 будет уже, наверное, готов, 8:30. Вообще-то не темно. Собачка! Лайза! Бежит. Собачка! Ты где? Такой заяц, а? Ты глаза видела? Два зеленых глаза. Пошли я. Фонарики. Ну вот, все. Сейчас вернемся через 1.5 часа. Прошло 2.5 часа, и мы едем на дачу
На троллейбусе. На троллейбусе на дачу. Сам главное назад еще вернуться, потому что время уже 9 час. Вышли с троллейбуса. Вышли с троллейбуса, идем за мясом идем. На дачу. Так, дошли до дачки. Оп, открываем ключик. Идем смотреть мясо. Хочу мясо. Хоп-хоп. Мясо с колбасой. С колбасой. Так. Проход. Не, надо сначала посмотреть. Идем дальше. Самый конец. Дыма нету. Дыма нету. Реально нет дыма. Горячая штука. Открываем. Угли, угли догорели все. Ну, как я почувствую. Ну там жар есть, но прям маленький. Ну стенки, видишь, белые стали. Может, там нагрев. Я думаю, что не стоит. Ну ладно, давай сейчас допечем все. Да ладно, он был замаринован уже 100 лет назад. Так. Давай сначала приготовить, потому что все это выкладывается. Не надо брать сейчас. Почему? Потому что должен как положить. А куда это? Я вам сугроб положу. Ты что, с ума сошел? Нет. Так. Где у тебя этот пакет специальный? Давай отнесем в домик. Иди. Саша, жар выходит. Открывай. Это не тот ключ. Так, несем. Хочу попробовать. Так, нет, не жжет. О, вот это да. Вот это мясо. Идем, несем, главное не упасть. Сейчас мы это все запакуем в термопакет. Прям одним дублем снимаю. Так. Вася, Вася. На, хочешь мяско? Хочет. Так, ставим эту. Свет включим. Ладно, сейчас. Нет, зачем тут свет? Включим свет. Опа, свет включили. Так, ну что, сейчас запакуем в термопакетик и поедем домой. Вася, иди ко мне. Иди сюда. Давай, беги ко мне. Молодец. Все, домой идем. Мясо пожарили, идем домой. Да, идем домой. Домой. На троллейбус сейчас поедем.